Всем привет. Меня зовут Анатолий Тюрин. Сегодня мне помогает Даня показать, что такое тренажер проема. Также помогает моя супруга Алена, которая в данный момент снимает это видео. Это наш первый опыт записи видео. Так что, если что, не обижайтесь. Даня, приступим? Да, приступим. Ну, немножко о тренажере. Тренажер это очень древний, наши предки на нем занимались периодически. Что он дает? Он дает выносливость, силу, вот, тренируется сухожилия, связки, ну и очень много всего интересного получается. Ровный позвоночник, осанка. В общем, много плюсов. Давай, Даня, приступим. По ходу дела мы не расскажем. Если у кого-то будут вопросы, задавайте, а Алена мне подскажет, я на них отвечу. Да, не сомневайтесь. Да, первый подход. Лицо вверх. Просьба не пугаться. Никого рвать на части не будем, это просто тренировка. Ноги прицепили. Отлично. Важный момент. Перед тем, как двинуться на тренажере, обязательно нужно размяться. Для тех, кто только что присоединился, повторяется. Это тренировка на тренажере проведу. Даня, готов? Да, готов. Поднимаем. Для начала нужно размяться на небольшой высоте. Нагрузка идет за счет веса своего тела. Это скрутка. Скрутки можно делать плавно. Пойдите на мостик. Поднимите сзади вверх. На руках надо. Вот. Хорошо. На первый взгляд может показаться, что это очень легко, но на самом деле идет глубокая проработка. Да, есть вопросы? Вопрос такой, а вы откуда? Видимо, спрашивают, где эта тренировка проходит? Тренировка проходит недалеко от Москвы, 15 километров от МКАД, по Калужскому шоссе. Да, не успел. Не так немного. Опускай. Да. Только поменьше. Да. Был вопрос такой, есть ли пошаговая инструкция? И комплимент у Дани, какой он крутой. Ну,
функция такая. Сначала два подхода. Лицо вверх поднимается. Для первого этапа, да, нижний уровень. При небольшой нагрузке идет занятие, тренировка, разогрев. Потом дальний отдыхает. И второй уровень поднимаем повыше. Вот, там нагрузка побольше, соответственно. Проработка идет сильнее. Даня, как там чувствуете? Очень хорошо. Из Америки вам привет. Привет, Америке. Нас даже там смотрят. Да. Девушка из Америки очень радуется тренировке. У нее тоже сыновья. Вообще, сейчас во многих странах появляются тренажеры. Друзья даже в Таиланде поставили. Вот, тренируются там. Ну, на Украине, конечно же, много тренажеров. Потому что с этим история нашла вообще свой ансамбль. Из Питера вам привет от Виктора. Виктор, привет. В Питере также не тренажер проявила, даже несколько. Вот, люди также занимаются, тянутся, тренируются. Очень важный момент. Кроме проработки физической идет также проработка энергетическая. Вот, выбираются зажимы в теле, блоки. Что-то даже, да? Вопрос такой. Вы сами собирали или заказывали? Этот тренажер я заказывал. Произвели его на Украине. А как его можно заказать? Можешь ли ты рассказать? Может быть, люди к тебе могут обращаться? В принципе, у меня есть контакты, конечно, да, можно ко мне обратиться. Можно заказать аналогичный номер. Вопрос такой, как можно с вами связаться? Связаться можно посмотреть в моих контактах, там, группа Facebook, вот, потом ВКонтакте группа. Там все мои данные, телефон, как меня найти, как приехать, попробовать, если кто-то недалеко живет в Москве. Так что, Даня, покажем дальше второй этап? Да. Давай. Сейчас наверх, или сразу перевернемся? Наверх. А потом два подхода перевернемся, да? Да, сейчас повыше ходить. Там уже перевороте будет полегче. Когда ты животом вниз не видишь. Ну, я уже не сверзал. Ну, кому как. Вопрос такой, как найти в Фейсбуке группу и тебя как можно найти? Да, в Фейсбуке меня можно найти по профилю, на поле курит. Вот, группа в Фейсбуке. Также у меня есть в моей информации, контакты на Перископе. Там группа указана. Можно зайти. Тренажер провела в Москве, да? Да, тренажер провела в Москве. Присоединился к моей группе. Также можно мне добавить друзья. Кому интересно задать вопросы, пообщаться. Даня, готов? Готов. Вы молодцы, пишет нам девушка из Америки. Вот, это уже нагрузка увеличилась за счет дополнительного напряжения. Для детей очень полезно для общего развития, укрепления. Плюс в школе, на учебе люди часто неправильно сидят, из-за этого появляется скривление позвоночника. Вот. Чтобы избежать всех этих моментов, либо устранить, рекомендую заниматься на данном тренажере. Эффект очень интересный. Устал? Ну, не могу. Наверх поднимись, сожмись. Центр. Еще кусочек.
Есть какие-то еще вопросы? Пока нет, но очень много сердечек. И люди тут добавляются потихоньку. Для тех, кто только что присоединился, повторю. Сейчас у нас проходит тренажер. Тренировка на тренажере проходила. Вот. Данный тренажер пришел к нам из древности от наших предков. Очень полезная тренировка, развивается сухожилие, связки фиксируются, плюс управляется осанка, убираются все физические зажимы и блоки. Как самочувствие? Нормально. Сейчас немножко отдохнешь? Да, еще вопрос. Сколько лет Дане? Мне сейчас на данный момент 10 лет, и я 2005 года рождения, недавно только мне исполнилось, 12 июля. Спасибо, Данечка. Как давно тренируешься на тренажере вдвоем? Ну, не знаю, где-то с зимы начал. Почувствовал какой-то эффект? Да, почувствовал. Расскажи, пожалуйста. Ну, я уже понял, что я становлюсь сильнее с этим правилом. Вот. Просто я как-то с первого раза понял, что у меня спина так расправилась, ровнее стало все на место. Так. Благодарю. Еще один вопрос. Влияет ли это на рост? На рост, в принципе, я думаю, влияет положительно, конечно. За счет того, что вытягивается осанка. Позвоночник, да. Происходит улучшение кровообращения в том числе. Дополнительно происходит подгибка всех мышц, фасций, связок. И, соответственно, ускоряется процесс роста. Для людей, которые, допустим, уже возраста 30-40 лет, дополнительный эффект происходит омоложение организма. Вот, опять же за счет усиленного правообращения и управления всех зажимов в организме. Даня, отдохнул? Да, отдохнул. Давай продолжим. Приступаем ко второй части тренировки. Даня ложится вниз лицом. На мое усмотрение, вот эта вот часть полегче. Хотя для взрослых хочу заметить, положение, в котором сейчас лежит Даня, намного сложнее для растяжки. Потому что взрослые люди, они немного сильнее зажаты. Плюс сидячий образ жизни, офис, автомобиль, телевизор и так далее. В итоге взрослого человека в таком положении поднять намного сложнее, если он первый раз пришел в тренировку. Готов? Момент скручивания, так же, как один из дополнительных положительных эффектов, происходит
выравниваемые внутри организма. Все внутренние органы, они возвращаются на свои места. Ну, опять же, это касается взрослых людей, которые вследствие сидячего образа жизни происходит смещение внутренних органов. Где-то такого еще нет в данном возрасте, все на месте. Ну и пенсиями много лечить. Из Краснодара к нам присоединилась девушка, фотограф Лариса. Привет, Краснодару. Это наша родина вторая. Вот. Лариса сообщает, что в данный момент у нас проходит тренировка, мы предложили пройду. Опускай. Да. Сколько по времени тренировка проходит? Тренировка проходит от 40 минут до часа, с учетом перерывов. Обычно два подхода лицом вверх, вот, и два подхода лицом вниз. Чувствуется прилив энергии, силы после такой тренировки. Да. Вопрос. Я так понимаю, это тренажер на одного? Конечно, тянуться на данном тренажере может один человек. Ну, соответственно, по очереди можно тянуться многие. Но еще такой важный момент, что один сам по себе человек не сможет себя подвесить и растянуться. Нужен обязательно инструктор, понимающий, как это все работает, чувствующий. Вот. Но есть до, еще... до какой степени можно растянуть человека? Потому что очень важна, как в любом деле, мера. Важно чувствовать человека, сколько можно тянуть. Когда нужно остановиться. Можно мне себе сказать? Да, конечно. Есть еще вот такие вот правила на одного человека, где один человек сам грузит крючок, вот это, и тянется. Последний подход? Да. Если есть вопросы, задавайте. Не стесняйтесь. Да. А вопрос такой, в какое время суток это лучше делать? Лучше, конечно, тянуться днем. Вот, светлое время суток. Можно с утра. Ну, если нет другой возможности, в принципе, можно и вечером потянуться. Но опять же, повторюсь, очень важно размяться перед растяжкой. Либо, как второй вариант, прогреться в бане. Стоимость тренировки на данном тренажере проема для взрослых составляет 1500 рублей, для деток 1000 рублей. Плюс, если кто-то захочет приехать попариться в баню, могу предложить комплекс баня плюс проем. Стоимость 3500 рублей. Для детей, соответственно, дешевле. Готов? Всегда. Да. Можно еще поговорить, конечно.
Давай немножко поднимем. Конечно, для тех, кто тянется первый раз, большую нагрузку сразу давать нельзя. Так как Даня у нас занимается на тренажере правилом уже больше полугода, его нужно поднимать немножко выше. Нагрузка увеличивается постепенно. Тренировки желательно проводить раз в неделю. Максимум два раза в неделю, потому что нагрузка на организм будет серьезная. Вот. И больше двух раз в неделю силовую нагрузку давать не стоит. А где можно посмотреть акции и предложения для тех, кто постоянно занимается, или, может быть, для тех, кто хочет попробовать? Для тех, кто хочет попробовать, всю информацию можно найти в моей группе. Вконтакте, в Фейсбуке. Название группы читайте на моей страничке. Смотрите, вот все есть. Присоединяйтесь к моему группу. Регулярно появляются новые объявления, новая информация. А у нас новый вопрос. Правильно ли понимают люди, что это полноценная тренировка, которая заменяет тренировку в зале, как фитнес? Или на что это похоже, может быть? Ну, все верно. Это полноценная тренировка. Вот. Она заменяет работу в тренажерном зале двухчасовую по нагрузке. На следующий день, через день даже будет чувствоваться те мышцы, которые работали на данной тренировке. Пишут, что в Америке такого не встречали. Ну, в Америке все впереди, догоняет. Я думаю, что в Москве тоже не все знакомы с этим тренажером еще. Не все, но уже многие знают. Ко мне приезжают люди на тренажер пройдет. Люди дополнительно в баню приезжают париться. Америка предлагает совместное творчество, совместную работу по продвижению тренажера правила, я так поняла. Можно обсудить, пишите в личку. Да, хорошее предложение, очень благодарим вас. Здоровья нации. Все, благодарю вас за внимание. Вот. Еще раз с вами был Анатолий Тюрин и Даня. Также мне помогала моя супруга Алена Тюрина. Всех благодарю за внимание. Пока. Пока-пока. Всем привет.